Привет, девчонки! Где-то неделю назад ко мне пришла посылка. Я делала заказ на New Ways, продукты для ухода за волосами. Это, так можно сказать, небольшое продолжение по обновленному уходу за волосами. В общем, все, что я заказала, это тот самый шампунь, который у меня закончился. Second Chance. В общем, я о нем все рассказывала. Не знаю, стоит ли еще раз повториться. Я его обожаю. Мне он очень нравится. Нравится, как он моет мои волосы, что волосы блестят. Нравится вообще ощущение вот этих вот чистых волос после него. Так как он на натуральных основах, то, конечно же, он плохо пенится. Со второго раза гораздо лучше он пенится. Он в виде такого геля прозрачного. Запах такой приятный, цитрусовый. Никакой химии, ничего такого не присутствует. Никаких однушек. Вот. Далее купила я кондиционер. Я решила попробовать купить кондиционер. Это из другой серии. Кондиционеры я, в принципе, не покупала, но такие, которые, ну, смываются, да, то есть обычные. Потому что до этого у меня был кондиционер, но он специальный, точно для корней, только для корней волос, там. В общем, тоже из серии Second Chance. А это просто кондиционер, то есть после шампуня пользуется кондиционером. Что я могу сказать? Он такой же, с таким же, по-моему, запахом. Какой-то немножко такой, хотя немножко цветочный, более цветочный запах. Такая какая-то белая консистенция. Он достаточно жиденький. Неплохой кондиционер. Я не ощутила, конечно, от него ничего такого сверхъестественного. Но в дополнение к шампуню, я считаю, что они вместе смотрятся просто замечательно. Вот. Также теперь вернемся к бустеру. Вот тот самый супербустер. Дело в том, что он у меня просто так же закончился, поэтому я не стала его показывать в пустых бутылочках. У меня его тоже нет, потому что я его выбросила. Вот. И вообще я даже забыла рассказать про этот бустер. Вот. Но я все еще им пользуюсь. Это мой новый супербустер. Я его наношу только на те участки, на волосяные луковицы, которые у меня плохо растут или еще что-то. То есть те места, где бы вы хотели, чтобы у вас больше активировались волосяные луковицы. То есть он такой, помыли голову, намазали какое-то определенное место, которое вам нужно. И вот так вот утром и вечером, в принципе, мазать. Не могу сказать, что я мажу им каждый день, и утром, и вечером. Честно говоря, я частенько просто забываю про него. Но стараюсь по мере возможности не забывать и пользоваться. Им тоже хорошая такая штучка. Он именно для волосяных луковиц, чтобы их активировать, чтобы они еще больше лучше волосы росли. В общем, тоже из серии Second Chance. Вот. Далее я решила попробовать вот такой вот лак для волос. Этот лак Finishing Touch на основе воды. То есть это не тот лак, который мы привыкли покупать и видеть в магазинах, который распыляет вот такой вот, ну, как пшикалка обычная. Он такой совершенно вот водянистый, как водичка. Запах у него. Запах какой-то есть легкий, но на самом деле на волосах этого запаха совершенно не ощущается. И первые мои ощущения таковы. Там написано, значит, нужно распылить на волосы, когда уже они подсушены и все. Распылить, они чуть-чуть подсохнут, потому что на основе воды. А затем расчесать. Когда я распылила, вот считайте, вы высушили волосы, как придали какую-то прическу вашим волосам, не знаю, сделали объем, там, начесали, и вот вы прыснули, и бац, видите эту воду. Конечно, у меня сначала это был небольшой шок, но просто она моментально высыхает, и волосы становятся действительно как будто такие залаченные. Я их еще раз прочесала, потому что они немножко как будто бы запутались, такие немножко все-таки он склеивает их. Потом я еще раз прыснула, в общем, результат, резюме мое таково. Во-первых, он безумно хорошо держит вашу прическу. Вот я сегодня первый раз использовала, я кое-где там пшикнула на кончике волос, потому что они у меня вьются, сейчас такая погода, то снег, то дождь, то солнце, непонятно что. И мои волосы остались прямыми, то есть целый день, в течение всего дня, сейчас у нас уже вечер. Вот, и я очень довольна этим средством. Даже несмотря на то, что он на воде, на водной основе, я имею в виду, здесь тоже какие-то супер-пупер натуральные ингредиенты. Вообще New Ways славится тем, что у него, что это натуральная косметика и очень хороший состав. Вот, так что вообще присмотритесь к этой фирме и вот к этому лаку для волос. Я просто частенько, в принципе, пользуюсь лаками, потому что я всегда выпрямляю свою челку. Вот, она у меня всегда
таким вот барашком, в общем, бьется. Поэтому челку я стабильно всегда выпрямляю. Естественно, нужно использовать какое-то средство, чтобы это все держалось. Вот. И лак. Я нашла, мне кажется, для себя самое уникальное средство, которое еще и не будет портить мне волосы. Вот. И последнее. А, да, изначально как бы здесь не помпа, чтобы распылять была, а была просто вот такая вот штучка, ну, знаете, как в шампунях, да, и она просто откручивается, и в комплект мне входила вот такая вот для распыления, то есть они бесплатно еще вот эту присылают, чтобы удобно было брать с собой куда-то. Вот, и последнее, что я заказала, это True Touch, это Step 2 у меня, Clarifier. Это, в общем, это такой мягкий-мягкий, отшелушивающий, не знаю, гамаш, что ли, Step 2, потому что у них есть там 3, по-моему, или 4 ступени. Первое — это ощущение, ну и вот это, конечно, скоробирование. Он такой приятный, как будто бы кремчик. Легкий какой-то тоже такой запах. Он как будто бы такой кремчик с мелкими-мелкими-мелкими такими частицами, которые очень приятно по коже вы вот так вот проводите круговыми движениями. Очень приятно так очищает, но, конечно, это не жесткий какой-то такой скраб, а очень мягкое-мягкое такое деликатное, я бы даже сказала, очищение. Неплохой скраб, мне очень даже он понравился, хотя я пока один раз использовала, но могу сказать, что мне кажется, что для сухой кожи этот скраб просто идеально подойдет. У меня более жирная, мне кажется, что мне получше, более потяжелее такие скрабчики использовать, чем вот этот легкий. Но, тем не менее, он мне тоже понравился, и я, в принципе, довольна. Вот это все такие покупки, вся посылка небольшая, но, опять-таки, все средства, которые мне нужны были. Продолжение видео «Мой уход обновленный за волосами». Большое спасибо за просмотр, внимание и до новых встреч. Пока-пока.